Муниципальный приют для бездомных собак в Вилючинске проверила правительственная комиссия. Учреждению, которое открылось в начале этого года, было выделено 5,5 миллионов рублей. На средства краевого бюджета закуплены 12 клеток, холодильник для хранения кормов и рефрижераторные контейнеры. К концу этого года здесь начнет работать ветеринарный пункт и блок для персонала. К зиме будки утеплят сеном, а вольеры от снега защитят оградительные щиты. Работники приюта и волонтеры ловят бесхозных собак на улицах, стерилизуют, вакцинируют и выпускают обратно. Таким образом, удается остановить рост численности бродячих животных. Но территория, конечно, требует еще достаточно продолжительной и большой работы по благоустройству и созданию всех необходимых условий. Но в основном все параметры выдержаны, значит, животные все в удовлетворительном состоянии.